Детектор ПФД для газовых хроматографов, производство СКБ Хроматек. Эксплуатация и техническое обслуживание. Пламенно-фотометрический детектор, ПФД, впервые предложен в 1962 году для обнаружения фосфор и серосодержащих соединений. Такой детектор чувствительный только к определенным группам соединений, называется селективным. Детектор представляет собой камеру сгорания. В нее вводятся необходимые для поддержания пламени водород и воздух. В отличие от пламенно-ионизационного детектора, в ПФД пламя восстановительное, характеризуется избытком водорода. При анализе серосодержащих соединений в пламени детектора протекают следующие процессы. На первой стадии в горячей области пламени происходит разложение серосодержащих соединений с образованием атомов серы или сероводорода. На второй стадии осуществляются различные обратимые реакции в верхней части пламени с образованием молекул серы С2. На третьей стадии молекулы серы переходят в возбужденное состояние. И, наконец, в относительно холодном внешнем конусе пламени возбужденная молекула возвращается в основное состояние с излучением света в диапазоне от 300 до 450 нанометров. Наиболее интенсивные полосы эмиссии серы приходятся на 384 и 392 нанометра. Имеются также пики меньшей интенсивности на длинах волн 374, 404 и 415 нанометров. Свет проходит через оптический фильтр, отсекающий излучение на других длинных волн, и регистрируется фотоумножителем, который выдает сигнал в виде хроматографического пика. Максимум эмиссии фосфора приходится на 526 нанометров. При анализе фосфорорганики в пламени протекают несколько иные процессы, чем для серы, и наблюдается линейная зависимость отклика от количества вещества, то есть при увеличении количества вещества в два раза, отклик детектора тоже увеличивается в два раза. Для серы характерна нелинейная зависимость отклика детектора от количества вещества. В большинстве случаев параметр N в уравнении, которое вы видите на экране, принимает значение от 1,5 до 2. То есть при увеличении количества серосодержащего вещества в два раза, отклик детектора увеличивается не в два раза, как это характерно для линейных детекторов, например ПИТ, а приблизительно в 4. Экспериментально определено, что чем больше количество серы в анализируемой пробе, тем сильнее данная зависимость стремится к квадратичной. Поскольку N неизвестно, корректно подобрать градуировочную функцию невозможно. Можно применить кусочно-линейную функцию, но в этом случае для приемлемой точности требуется слишком много стандартных образцов с различными концентрациями, что невозможно обеспечить на практике. Поэтому применяется другой способ градуировки. Если прологарифмировать обе части уравнения и построить градуировку в логарифмических осях, то мы получим прямую, не проходящую через ноль. Такая функция обеспечивает приемлемую точность градуировки и, соответственно, точность результатов количественного анализа. Существует еще один способ проведения градуировки ПФД с применением линейной функции. Посмотрим, как определяется площадь пика, которая откладывается на одной из осей градуировочного графика. Площадь определяется суммированием прямоугольников, ширина которых зависит от частоты сигнала детектора, а высота равна расстоянию от базовой линии до образующей пика. Чем выше частота, тем точнее расчет площади. При использовании частоты по умолчанию 25 Гц, ширина прямоугольника составляет 0,4 секунды. Когда ширина прямоугольника пренебрежимо мала, можно считать, что высота прямоугольника есть мгновенное значение отклика детектора и зависит от концентрации анализируемого вещества, находящегося в ПФД в данный момент времени. Для линейного детектора мгновенная высота прямо пропорциональна мгновенной концентрации. ПФД по серии имеет нелинейный отклик, близкий к квадратичному.
Примем допущение, что мгновенная высота прямо пропорциональна квадрату мгновенной концентрации. Примем в качестве мгновенного отклика детектора некую величину, равную корню квадратному из истинного отклика. Назовем эту величину приведенным откликом. Приведенный отклик прямо пропорционален мгновенной концентрации. Если просуммировать приведенные площади малых прямоугольников, получим приведенную площадь пика, которая пропорциональна количеству вещества. Несмотря на то, что размерность приведенной площади не соответствует размерности истинной площади пика, она имеет четкий физический смысл и может быть легко вычислена по хроматограмме, что позволяет использовать линейную зависимость этого параметра от массы вещества. Обратите внимание, что при использовании линеаризации точность определения концентрации ухудшилась, что вполне объяснимо, мы использовали допущение, что отклик детектора квадратичный, а это не так. В чем же тогда смысл линеаризации? Она позволяет проводить расчет методом внешнего стандарта, когда мы не имеем градуировочных образцов для всех компонентов. Обратите внимание, что в обычном расчете методом внешнего стандарта точность более чем в 10 раз хуже. Нужно отметить, что при использовании линеаризации концентрации компонентов необходимо умножить на долю серы в соответствующей молекуле. Включение линеаризации в Chromatec Analytic 3. В поле «Корректировка площадей» в канале нужно задать название канала детектора без номера. Диапазон детектирования ПФД при анализе фосфора – 4 порядка. А при анализе серы – 3 порядка. Когда количество серосодержащего вещества слишком велико, форма хроматографического пика уже не является гауссовой. Вершина становится сначала более плоской, а потом принимает форму буквы М. Пик словно проваливается сам в себя. Такой эффект называется самогашением. Если на хроматограмме присутствуют такие пики, результат анализа будет недостоверен и необходимо изменить условия анализа, уменьшить вводимое количество вещества. Если в пламя детектора одновременно попадает серосодержащее соединение и углеводород, последний деактивирует возбужденные молекулы С2 при их рекомбинации, столкновениях с молекулами углеводородов и продуктами их разложения. Соответственно, уменьшается и сигнал детектора. Чем больше молекул углеводородов в пламени, тем меньше отклик детектора по сере. Вплоть до полного исчезновения пика. Этот эффект называется эффектом гашения эмиссии. Он неустраним для классического однопламенного ПФД. Поэтому для таких детекторов очень важно качество разделения серосодержащих компонентов и углеводородов. Для тех случаев, когда подобрать колонку невозможно, могут быть применены особые конструкции ПФД, для которых эффект гашения эмиссии не характерен. Это двухпламенный и пульсирующий ПФД. Двухпламенный ПФД разработан компанией Varian в 1981 году. В 2003 году подобная схема реализована СКБ Chromatec. Такой детектор имеет две горелки, одна в другой. Питающие газы поступают по трем каналам. Причем водород подается в пространство между горелками. Пламя здесь горит общее, но благодаря разным соотношениям воздух-водород в верхней и нижней части оно содержит две зоны с различным течением реакций. Можно утверждать, что горит два пламени. В нижнем пламени происходит сгорание всей пробы, разрушение углеводородов и образование атомарной серы. Молекулы С2 образуются, возбуждаются и спускают фотоны в верхней части пламени, где им углеводороды уже не мешают. Несмотря на то, что у двухпламенного ПФД нет эффекта гашения эмиссии, он применяется редко. Такой детектор значительно уступает в чувствительности классическому ПФД. Кроме того, он менее селективен, более капризен и хуже переносит большие концентрации растворителей в пробе. Они могут гасить пламя.
Пульсирующий ПФД также разработан компанией Varian через 10 лет после двухпламенного. В пульсирующем ПФД расходы воздуха и водорода меньше, чем в классическом, и их значение недостаточно для горения пламени. Пламя загорается и сразу же гаснет, но в отличие от классического детектора этот процесс непрерывно повторяется с частотой от 2 до 4 Гц. Пульсация включает 4 стадии. На первый воздух и водород смешиваются, заполняют камеру сгорания и поступают в камеру воспламенения. Когда газы достигают постоянно нагретой спирали поджига, смесь воспламеняется. Фронт пламени распространяется вниз, в камеру сгорания. На дне камеры сгорания пламя гаснет. На этом этапе происходит сгорание пробы. Образуются радикалы CH, AAH и атомарная сера. Далее происходит возбуждение молекул и излучение света. Эмиссия углеводородных радикалов затухает в пределах 2-4 миллисекунд, а эмиссия серы достигает максимума лишь спустя еще 5-6 миллисекунд. Таким образом, благодаря разделению максимумов излучения по времени удается значительно повысить селективность пульсирующего ПФД по сравнению с классическим. Предел обнаружения ПФД по сере составляет до 0,8 пикограмм серы в секунду. По фосфору – 0,1 пикограмма фосфора в секунду. Максимальное соотношение сигнал-шум достигается при температуре детектора 150 градусов Цельсия. Не рекомендуется задавать температуру ниже этого значения, поскольку при этом в рабочей камере образуется большое количество конденсата, которое ухудшает оптические свойства детектора. Также нежелательно увеличивать температуру детектора, поскольку при этом резко возрастают шумы, а отклики снижаются. Характеристики детектора во многом зависят от соотношения воздуха и водорода. Оптимальное соотношение для ПФД производства Хроматек – расход водорода 140 мл в минуту, расход воздуха – 40 мл в минуту. При таком соотношении обеспечивается хорошая чувствительность и приемлемая селективность. На хроматограмме видны пики углеводородов с самых больших концентраций. Их довольно просто отличить от пиков серосодержащих компонентов за счет формы, которая отлична от гауссовой. Фактически, за счет низкой чувствительности к углеводородам мы видим лишь верхушки их самых больших пиков. В зависимости от концентрации пики углеводородов могут быть отрицательными. Это характерно для растворителей, то есть компонентов с самой высокой концентрацией. При увеличении расхода водорода пики углеводородов становятся меньше, то есть повышается селективность детектора. При этом чувствительность к сере незначительно снижается. Точно такого же эффекта можно добиться при уменьшении расхода воздуха. Ниже 35 мл в минуту расход воздуха уменьшать не рекомендуется. Пламя при таком расходе нестабильно. Увеличение расхода воздуха повышает чувствительность детектора к сере. Но и пики углеводородов становятся гораздо выше. Максимальная чувствительность достигается при расходе воздуха 50 мл в минуту и точно таком же расходе водорода. Селективность при этом минимальна. При расходе водорода 35 мл в минуту и воздуха 80 мл в минуту ПФД работает в режиме повышенной чувствительности к углеводородам. В этом режиме можно определить времена удерживания углеводородов, включая компоненты малых концентраций, которые в обычном режиме не видны. Это удобно при подборе колонки и режимов разделения. В качестве газоносителя при работе с ПФД могут применяться гелий и азот. Воздух и водород могут подаваться из баллонов. Однако на практике нередко приходится сталкиваться с тем, что заявленная частота этих газов не соответствует действительной. Поэтому рекомендуется применять генератор водорода и компрессор воздуха. В используемых газах не должно быть органических примесей, солей щелочных металлов и пыли. Загрязнения приведут к проявлению эффекта гашения эмиссии. Вы можете вообще не увидеть пиков на хроматограмме. Более подробно требования к газам и процедуры их очистки описаны в эксплуатационной документации и видео «Установка хроматографа».
При использовании компрессора воздуха следует применять фильтр каталитической очистки. При работе без фильтра высока вероятность занижения концентрации серосодержащих соединений из-за присутствующих в воздухе углеводородов. Особенно это актуально для предприятий нефтедобычи и нефтепереработки. Источники опасности при работе с детектором. В ПФД используется постоянное напряжение 800 вольт. К обслуживанию детектора приступайте только после выключения хроматографа. В ПФД используется водород для горения пламени. Смесь водорода и воздуха является взрывоопасной. Если к детектору не подключена колонка, или она сломана на небольшом расстоянии от него, водород будет накапливаться в термостате колонок, что может привести к взрыву. Прикосновение к нагретым частям детектора может приводить к ожогам. Детектор состоит из следующих узлов. Фотоэлектронный умножитель. В конструкторской документации он называется датчик. Преобразует световой поток в электрический сигнал. Подключается к усилителю и источнику питания 800 вольт. На рисунке показан российский фотоумножитель ФУ-127-2. В детекторах производства Хроматек могут также применяться фотоумножители Хамамацу. Они имеют меньшие габариты. Вентилятор охлаждения фотоумножителя. Высокая температура детектора вредна для ФЭУ. Она приводит к повышенному фону и шумам детектора, снижает чувствительность, поэтому фотоумножитель нужно охлаждать. Кожух вентилятора содержит хомут, которым фиксируется фотоумножитель. Радиатор. Навинчивается на корпус детектора. Свеча поджига с кабелем. Крышка детектора. Светофильтр. Вставляется внутрь радиатора и прижимается фотоумножителем. Могут применяться два типа светофильтра – серный, 392 нанометра, и фосфорный, 526 нанометров. Световод. Алюминиевая трубка с внутренней полированной поверхностью. Вставляется внутрь радиатора, прижимается светофильтром и фотоумножителем. Прижимная втулка. Фиксирует кварцевый диск, окно детектора. Резиновое кольцо. Препятствует забросу продуктов горения из камеры детектора в световод. В однопламенном режиме по верхнему трубопроводу подается водород. В двухпламенном режиме – воздух. В однопламенном режиме по среднему трубопроводу подается воздух. В двухпламенном режиме – водород. В однопламенном режиме нижний трубопровод не используется. Он заглушен. В двухпламенном по нему подается воздух. Кварцевый диск. Рабочая камера детектора имеет зеркальную внутреннюю поверхность. Верхняя горелка. Узел крепления колонки. Нижняя горелка используется только в двухпламенном режиме. В однопламенном выполняет функцию направляющей колонки. По отдельному заказу может быть поставлен ПФД с дополнительным педатчиком. Педатчик является упрощенным аналогом пламенно-ионизационного детектора, установленного параллельно ПФД. Датчик приблизительно в 40 раз хуже по чувствительности, чем детектор ПИД, поэтому может применяться только для качественного определения углеводородов. Это полезно в исследовательских задачах, поскольку в одном анализе можно увидеть пики серосодержащих компонентов и углеводородов. Однако для рутинных задач педатчик не нужен. Когда требуется однократно проверить времена выхода углеводородов на новой колонке, чтобы убедиться в том, что степень разделения удовлетворительна, достаточно задать так называемый углеводородный режим газов. В этом режиме пламя окислительное, как в ПИД. И углеводороды хорошо видны на хроматограмме. В ПФД Хроматек могут применяться три модели фотоумножителей. Более всего распространен фотоумножитель ФУ-127-2 в металлическом корпусе.
Начиная с 2015 года применяется фотоумножитель ФУ-127-21 в пластиковом корпусе. В 2007-2008 годах выпускался фотоумножитель Хамамацу. Он может быть установлен и сейчас. Все эти фотоумножители обладают примерно одинаковыми характеристиками. Особенности поджига пламени. После применения инструментального метода хроматограф устанавливает заданные расходы воздуха и водорода. Запоминает текущую температуру детектора и начинает его нагрев до заданной. Если в момент применения метода температура ПФД была ниже 80 градусов, то после достижения заданной температуры отсчитывается задержка 15 минут. Это время необходимо, чтобы из верхней части детектора успел испариться конденсат, который может препятствовать воспламенению. Через 15 минут начинается этап поджиг. Если в момент применения метода температура ПФД была выше 80 градусов, этап поджиг начинается сразу по достижении заданной температуры. Когда все условия для начала поджига выполнены, хроматограф устанавливает расходы воздуха и водорода, соответствующие этапу поджиг. Они заданы в конфигурации хроматографа. Рекомендуемые значения газов вы видите на экране. Также можно использовать альтернативный режим воспламенения. Он удобен для диагностики, так как позволяет выявить проблему с клапаном в регуляторе расхода воздуха. Речь об этом пойдет далее. На свечу подается напряжение 1,5 вольта. Пламя поджигается с громким одиночным хлопком. Если в момент подачи напряжения слышны частые хлопки, причиной может быть недостаток воздуха или наличие конденсата в крышке детектора. Увеличьте расход воздуха на поджиг в конфигурации детектора на 20 мл в минуту или задайте альтернативный режим, показанный ранее. Конденсат удаляется прогревом детектора. Обычно 15-минутного прогрева бывает достаточно. Но если частые хлопки в момент поджига продолжаются, подождите еще 15-20 минут. Ни в коем случае не располагайте хроматограф на пути потока воздуха от комнатного кондиционера. Свеча выключается. Устанавливаются расходы воздуха и водорода, заданные в рабочем методе. При этом в панели управления по-прежнему выдается сообщение «Нет пламени». Измеряется сигнал детектора. Расход воздуха увеличивается на 20 мл в минуту. При этом фоновый сигнал детектора должен тоже увеличиться. Измеряется разница между текущим сигналом и измеренным перед добавлением воздуха. Если она превышает заданное в конфигурации значение, по умолчанию 0,5 мВ, следовательно, пламя горит. Алгоритм воспламенения в ПФД более сложен, чем для других пламенных детекторов. Он позволяет исключить негативное влияние дрейфа темнового фона фотоумножителя, то есть сигнала в отсутствие пламени. Ненулевой темновой фон характерен для многих фотоумножителей. Если его значение не превышает 5 мВ и при этом величина шума детектора не больше 100 микровольт, наличие темнового фона можно игнорировать. Он не влияет на чувствительность детектора. В двухпламенном режиме алгоритм такой же, но отличаются расходы газов. Распространенный способ контроля наличия пламени с помощью зеркала для ПФД применять не следует. Возможна ситуация, когда на зеркале, которое вы поднесете к выхлопу детектора, появится конденсат. Обычно считают, что это признак наличия пламени, но в случае ПФД это недостаточно надежный индикатор. Вы даже можете поднести к выхлопу бумагу, и она вспыхнет. Но если при этом не фиксируется прирост сигнала при увеличении расхода воздуха, то это означает, что пламя горит в крышке и на выходе, но не в рабочей камере. Детектор при этом не работоспособен. Пиков на хроматограмме вы не увидите. Причиной могут быть неправильно подобранные расходы воздуха и водорода или наличие конденсата в камере. Следующая возможная проблема. Воспламенение происходит, приращение сигнала фиксируется, но при возвращении газов в рабочий режим пламя исчезает.
Здесь может быть несколько причин. Например, неправильно подключены газовые линии детектора. Слишком инерционный клапан в регуляторе воздуха. Расход воздуха уменьшается до значения 40 мл в минуту и может на 1-2 секунды провалиться до 20-30 мл в минуту. При этом пламя погаснет. Это характерно для старых прошивок хроматографа. В современных расход водорода изменяется ступенчато. Для решения проблемы можно поменять местами регуляторы воздуха и водорода. Или заменить неисправный газовый регулятор. Для этого свяжитесь с ремонтно-эксплуатационной службой. Проверьте герметичность подсоединения всех газовых трубопроводов. Особое внимание обратите на подключение колонки к детектору. Колонка может быть сломана на небольшом расстоянии от детектора. Помимо препятствия воспламенению в камере ПФД, такая ситуация приводит к утечке водорода в термостат колонок, что чревато взрывом. Пламя может гаснуть из-за влаги в водороде. Даже если оно не гаснет, влага способствует повышению фонового сигнала детектора и росту шумов, поэтому необходимо регулярно проводить кондиционирование фильтров в генераторе водорода. Об этом рассказано в соответствующем видео. После обслуживания генератора водорода нужно дать ему поработать на атмосферу в течение 30 минут, чтобы удалить воздух из фильтров и газовой линии. Воздух в канале водорода также может быть причиной того, что детектор не поджигается. В момент подачи напряжения на свечу, ее спираль накаливания должна светиться. Если спираль светится слабо или не светится вообще, воспламенение газовой смеси не произойдет. Причиной неисправности может быть обрыв спирали накаливания. Или неисправность цепи питания. Или повышенное сопротивление спирали. Оно не должно превышать 0,3 Ом. Измерять сопротивление следует между корпусом детектора и контактом кабеля, соединенного со свечой. При превышении допустимого сопротивления нити накаливания или ее обрыве, свечу следует заменить. Замена свечи. Отключите разъем кабеля свечи. С помощью гаечного ключа на 8 открутите свечу. Установите новую свечу в обратном порядке. Если сопротивление спирали удовлетворительно, при подаче напряжения она раскаляется, но сигнал детектора не увеличивается, проверьте усилитель детектора. Отключите разъем фотоумножителя от усилителя и замкните центральный контакт на корпус разъема. При этом должен быть измерен сигнал около 11 вольт. Если вы наблюдаете такой сигнал, значит усилитель исправен. В противном случае обратитесь в ремонтно-эксплуатационную службу Хромотек. Если усилитель исправен, проверьте, подается ли на фотоумножитель напряжение питания. Для этого откройте боковой электронный отсек хроматографа. Один из трех кабелей фотоумножителя подключается к источнику питания, который также называется стабилизатором 800 вольт. Все кабели ФЭО имеют разные разъемы и перепутать их нельзя. Стабилизатор 800 вольт называется так условно. Напряжение на его выходе может иметь значение от 600 до 1200 вольт, в зависимости от характеристик конкретного фотоумножителя. Напряжение подбирается с помощью регулировочного резистора на заводе-изготовителя и в дальнейшем не подстраивается. Отключите кабель, идущий от фотоумножителя на его источник питания. Включите хроматограф, передайте ему режим и измерьте напряжение между контактом 800 вольт на плате стабилизатора и корпусом хроматографа. Для подключения кабеля питания ФЭО используется двухконтактный разъем, но оба контакта в нем соединены. Фактически это один контакт. Если напряжение равно нулю, значит неисправен источник питания ФЭО,
Для его замены обратитесь в ремонтно-эксплуатационную службу. Если напряжение находится в диапазоне от 600 до 1200 вольт, усилители источник питания ФЭО исправны, утечки и влаги в газовых линиях нет, свеча при подаче напряжения раскаляется, а сигнал детектора равен нулю, следовательно неисправен фотоумножитель. Причем скорее не он сам, а его кабели. Наиболее частая причина неисправности – обрыв контакта в разъеме кабеля от фотоумножителя к усилителю. Сам фотоумножитель выходит из строя крайне редко. В результате неаккуратного обращения или некачественной транспортировки в нем может разбиться внутренняя стеклянная колба. Показатели правильной работы ПФД. Поскольку шум и фоновый сигнал детектора очень сильно зависят от фотоумножителя, к этим характеристикам невозможно предъявить строгие требования по допустимым значениям. При выпуске детектора напряжение на фотоумножителе подбирается таким, чтобы фоновый сигнал детектора находился в пределах от 0,5 до 5 мВ. Обычная структура шума ПФД не столь ровная, как, например, у пламенно-ионизационного детектора. По ней сложно судить о правильности работы детектора. Однако шум должен быть достаточно монотонным и картина, подобная той, которую вы видите на экране, недопустима. Такая структура шума говорит о плохом контакте в разъеме на сигнальном кабеле фотоумножителя. При использовании фотоумножителя Hamamatsu, плохой контакт может быть внутри корпуса ФЭО, в этом случае нужно связаться с ремонтно-эксплуатационной службой. Отслеживайте изменения сигнала в динамике. Запомните его уровень сразу после пусконаладочных работ или после очередного технического обслуживания. Если с течением времени он увеличится, это говорит о наличии загрязнений в системе. Оцените высоту пиков серосодержащих компонентов на последних хроматограммах градуировочной смеси и сравните со значениями на хроматограммах, записанных ранее, 2-3 месяца назад. Если для градуировки вы используете смеси с такими же концентрациями компонентов, что и ранее, но высота с течением времени значительно уменьшилась, это также говорит о загрязнении системы и проявлении эффекта гашения эмиссии. При этом фон может измениться незначительно, или не измениться вообще, так что снижение откликов является более надежным показателем ухудшения работы системы. Техническое обслуживание. О необходимости проведения технического обслуживания может предупредить панель управления, если в журнале регламентных работ на закладке «Сервис» было включено соответствующее напоминание или в настройках конфигурации задано значение допустимого сигнала. Использование журнала регламентных работ настоятельно рекомендуется. Перед процедурой чистки детектора необходимо провести кондиционирование испарителя и колонки. Если для ввода пробы вы используете шприц с острой иглой, она режет септу и частицы резины попадают в лайнер. Для резины характерна активная необратимая сорбция серосодержащих компонентов пробы. Чтобы избежать этой проблемы, используйте шприцы с тупой иглой или с иглой, выходное отверстие которой расположено сбоку. Вы также можете затупить острую иглу алмазным надфилем. Проколоть септу тупая игла не может, поэтому предварительно нужно сформировать отверстие специальной иглой из комплекта запасных частей. На время кондиционирования испарителя установите в нем чистый лайнер без набивки. Для колонки задается программирование от 50 градусов. Значение второй изотермы должно быть на 10 градусов ниже максимально допустимой температуры колонки. Колонку от детектора не отключать. После кондиционирования хроматограф нужно остудить до комнатной температуры и выключить. Можно приступать к чистке детектора. Рассмотрим процедуру чистки детектора. Ослабьте хомут, с помощью которого крепится вентилятор и фиксируется фотоумножитель. Извлеките фотоумножитель. Когда питание ФЭО выключено, засветки фотокатода можно не бояться, но для большей надежности не лишним будет заклеить окно фотокатода кусочком изоленты. Снимите вентилятор. Открутите радиатор против часовой стрелки. С помощью пинцета извлеките втулку, прижимающую кварцевый диск.
При нагреве детектора диск, втулка и резиновое кольцо склеиваются и извлекаются, как одна деталь. Открутите два винта на крышке детектора. Снимите крышку. С помощью пинцета или отвертки извлеките камеру детектора. В верхней части камеры имеется проточка, сделанная для удобства ее извлечения. Камера детектора – это цилиндр с внутренней зеркальной поверхностью, которая может загрязняться продуктами горения и мутнеть. В результате она отражает меньше света и чувствительность детектора падает. Сделайте тампон из чистой ткани и подходящего стержня, например карандаша, смочите ацетоном и протрите внутреннюю поверхность камеры. Затем протрите сухим тампоном. Если очистить камеру не получается, ее придется заменить. В комплекте запасных частей есть еще одна камера. Причем та, что установлена в ПФД при поставке хроматографа, сделана из нержавеющей стали, а запасная из алюминия. Алюминий обеспечивает чувствительность в два раза больше, чем нержавеющая сталь. Но работать с такой камерой следует осторожно, она легко окисляется и теряет свои характеристики. Для охлаждения детектора с алюминиевой камерой рекомендуется в настройках охлаждения хроматографа задать поток водорода, равный рабочему. Когда хроматограф перейдет на этап охлаждения, он на несколько секунд перекроет воздух и водород, погасит пламя, а потом снова подаст водород, чтобы он уносил конденсат. Кварцевый диск нужно промыть в хромовой смеси. После промывки диска установите его в детектор. Далее установите резиновое кольцо и прижимную втулку. Ни в коем случае не устанавливайте резиновое кольцо первым. В этом случае резина будет гореть в пламени, это приведет к быстрому и критичному загрязнению детектора. Резиновое кольцо предотвращает попадание продуктов горения в алюминиевый световод. Если вы забудете его установить, световод быстро окислится и выйдет из строя. Установите световод в радиатор. Установите в радиатор светофильтр. Не имеет значения, какой стороной внутрь. Соберите детектор в обратной последовательности. Подключение колонки. На детектор нужно установить штуцер-переходник. Обратите внимание на выделенную деталь переходника для насадочной колонки. Это кварцевый капилляр длиной 100 мм и внутренним диаметром 0,53 мм. Капилляр не имеет фазы, но здесь также может применяться и отрезок капиллярной колонки. Фактически, при работе с насадочной колонкой в ПФД имитируется геометрия капиллярной. ПФД с насадочными колонками применяется крайне редко, и рассматривать в этом видео процедуру установки переходника для насадочной колонки мы не будем. Соответствующее описание приведено в руководстве по эксплуатации хроматографа. Порядок установки переходника для капиллярной колонки. Поместите шайбу на упор. И вставьте в гайку. Откройте термостат колонок и установите переходник на нижний штуцер детектора. Заверните гайку от руки. Затяните гайку ключом на 14. Угол поворота ключа 10-15 градусов. Подготовьте колонку. Установите ее на кронштейн в термостате колонок и подключите к испарителю. Эта процедура показана в отдельном уроке, посвященном работе с испарителями, но в целом она аналогична подключению колонки к детектору. Отличия заключаются только в используемом переходнике и высоте предварительной обжимки фирулы. Предварительное подключение колонки к испарителю нужно для того, чтобы убедиться в ее целостности. Включите хроматограф, откройте баллон с газом-носителем и задайте в программе панель управления рабочий режим, не закрывая термостат колонок. Опустите кончик колонки, которую вы еще не подключили к детектору, в емкость с этанолом. Если появились пузырьки газа, то это означает, что все в порядке, колонка целая. Если пузырьков нет, возможно, колонка сломана или газ не доходит до испарителя. Найдите и устраните утечку. Сломанную колонку замените. Графитовые фирулы перед установкой рекомендуется прокалить при температуре 250-300 градусов в течение 30 минут. При этом будут удалены органические вещества, поглощенные графитом.
Наденьте гайку на колонку. Наденьте феррулу на колонку конусом вниз. Аккуратно обрежьте кончик колонки длиной около сантиметра. Это нужно сделать для того, чтобы быть уверенным, что кусочек графита не попал внутрь колонки при надевании на нее феррулы. Срез должен быть ровным, без сколов и трещин. Конец колонки протереть кусочком безворсовой ткани, смоченной в этаноле, для удаления пыли и других загрязнений. Вставьте колонку в переходник. Закрутите гайку от руки без усилия. Колонка должна легко перемещаться внутри детектора. Протащите колонку сквозь детектор. Наденьте на колонку центрирующую втулку из комплекта запасных частей. Отпустите ее, и она проскользнет по колонке вниз и сама встанет на место внутри верхней горелки. Втяните колонку внутрь детектора. Установите в камеру упор из комплекта запасных частей. Расположите колонку по высоте так, чтобы она касалась упора. Доверните штуцер ключом на 60 градусов. После того, как колонка подсоединена к испарителю и детектору, задайте рабочее давление газа. Продуйте колонку газом в течение 10-15 минут при комнатной температуре. С ПФД Хроматек нельзя применять капиллярные колонки, армированные алюминием. Лаковое покрытие на кончике колонки обгорает в пламени. Этот процесс может занимать от 1-2 минут до 3-4 часов, в зависимости от состава лака и, соответственно, от производителя колонки. Пока лак не обгорел, фоновый сигнал может достигать сотен и даже тысяч милливольт. При этом наблюдается следующая особенность. Как было сказано ранее, для контроля наличия пламени хроматограф увеличивает расход воздуха и ожидает, что фон тоже увеличится. Но пока лак не обгорел, может наблюдаться обратный эффект, фон уменьшается. Это приводит к тому, что нередко после установки колонки пламя приходится поджигать вручную. Для того, чтобы ускорить процесс отжига и достижения приемлемого значения фонового сигнала, желательно втянуть пламя как можно глубже в горелку. Это можно сделать, уменьшая расход воздуха. Наиболее эффективен отжиг при расходе 25 мл в минуту. Но при таком расходе пламя довольно нестабильно, и задавать его следует плавно, без резких изменений заданного значения. Все эти проблемы решаются с помощью специальной сервисной операции программы «Панель управления». Запустите соединение с хроматографом, перейдите в «Панель управления» и далее на закладку «Сервис». Сервисные операции представляют собой последовательность команд для хроматографа, которые могут заставить его работать не по штатным алгоритмам, а по пользовательским. Вы сами можете создавать сервисные операции. Операция «Отжиг конца колонки» в ПФД позволяет за 10 минут достичь приемлемого фона и устранить проблему с контролем наличия пламени. Запустите операцию на выполнение. Теперь вам нужно подождать, пока все команды будут выполнены. После завершения работы сервисной операции детектор готов к работе. Можете передать рабочий метод. Урок закончен. Спасибо за внимание.